Привет! С вами я, Ольга Малахова, автор канала «Система молодости лица». Сегодня я предлагаю вам разучить одну очень классную энергетическую гимнастику. Про эту гимнастику ходят настоящие легенды. И эта гимнастика позволяет не только улучшить наше настроение, самочувствие, влияет на состояние нашего здоровья, но и вы молодеете от этой гимнастики с каждым днем. Всего лишь 5 минут в день сможет изменить не только ваше состояние физического тела, но и вашу жизнь, потому что мы будем делать с вами гимнастику энергетическую для суставов. А что такое суставы? Суставы – это наши энергетические центры, которые отвечают за определенную сферу жизни. Давайте с ними познакомимся. Итак, суставы кистей рук отвечают за работу мозга. Правая кисть за работу левого полушария, а левая кисть за работу правого полушария. Таким образом, работая суставами, вы тренируете и активизируете работу вашего мозга. Локти отвечают за наши эмоции. У тех людей, у которых локтевые суставы хорошо развиты, не испытывают проблем с невысказанными эмоциями и не подавляют в себе гнев, разочарование, страх или какие-то сомнения. Плечевые суставы отвечают за наше отношение, контроль, ответственность и за то, насколько мы готовы брать и отдавать. Поэтому разрабатывайте суставы рук и ваша жизнь изменится, вот и видите. Голеностопные суставы связаны с карьерой и социальным статусом, твердо стоять на ногах. Коленные суставы отвечают за взаимоотношения, деловые, семейные или дружеские. Тазобедренные суставы несут в себе энергию перемены места и условий жизни. Плохо развитые и больные тазобедренные суставы принуждают человека топтаться на одном месте. Ну что, запомнили? Давайте развивать наши суставы и заодно менять нашу жизнь. Поехали! J'en ferai quoi? Pa pa la pa 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 la. Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? Pa pa la pa 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 la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc вот мы и закончили. Попробуйте эту гимнастику делать каждый день. И вы почувствуете потрясающий прилив энергии и свои безграничные возможности. С вами была я, Ольга Малахова, тренер не лица, а мечты. Je suis France, excusez-moi.